Рабы живота двинулись. Живота. Покорять и раздражать свои вкусовые сосочки. Сосочки. Чего? Что? А? Что движешь? Пытался человек. Это котенок. Я салфетку не взяла. Ну что? Такое возьму. Сидим. Котенок. Что-то у него, по-моему, одного уха нету, да? Да. Саня довольный? Дали потрогать киску. И это будет какой-то... Поблано. Говорят, очень вкусно готовят. Будем пробовать. Пицца. Короче, получается где-то от 110 до 185. Это получается 200, да, грубо говоря, это... Может, мы не в тот ресторанчик? Нет, тут написано, они мне объяснили, что это... От 500 до 1000 рублей пицца стоит. Ну, от 500 не так дорого, кстати. Ну, типа, ну, относительно. Баттер чикен. Что это значит? Баттер чикен. Баттер, масло, ну, масляная курица? Ну, как-то да, возможно. 65. Ну, в общем, все цены, которые есть. Их надо умножать на 5, чтобы получить то, что в рублях. Все в ожидании, короче. Все в ожидании. Мы зашли не в тот ресторан. В тот. В тот? Не в тот. Не туда пришли. Туда? Не туда. Это был когда-то здесь тот ресторан. А сейчас мы не в тот. Ну, у нас еще есть возможность поесть, короче, на обед. Да. А если ну, мы так сказать, закрепить? Да, потом пойти на обычную. Потом мы пойдем на обычную. Заскучился уже. Мама. Ничего не видно. Да нет, мы что-то на память зайду и все знать. Там же как. Принесли первое блюдо в воду. Саня, схватил ложку. Уже ажиотаж начался по поводу воды. Все, Соня довольна, что ей что-то принесли. Салфетку какую-то. Это может мне ставить? Это даже не целый кусочек хлеба. Это туна салат, что вы хотите? Там типа все, что можно, яйцо, тунец. Ну и что, как? Ну девица же мимо него. Да вы что, как так? Ну и что, заходит? Да, я тебе дам, да. Опиши вкус. Мягко. Мягко? Солено, сладко. Мягко. Вкус мягко. Нет.
мясо. Это рыба. Ты нет. Тебе не нравится рыба, что ли? Сань, попробуешь, может, смотри, Мате понравилось. Вот так вот. Сань. Если у них все такие порции, то я потом еще обедать пойду. Маленькие. Так а что, со мной там как раз время будет к обеду. Я обедать буду. И я. Так вот и обедайте. Вы сюда пришли насладиться вкусом, а не объесться. Да, а потом пойдем еще по странный томат. Это соль или сахар? Сахар. Томат? А что, что там с томатом? Опиши, Соня. Оно как пиво. Пиво? Ты когда последний раз пиво пила? Вчера. Надо попробовать, кстати. Она никогда не пила. Обычная картошка. Какая-то она... Я не понял. Какой-то подзабродивший, что ли, нет? Соус какой-то. А где соль? Сладкий, что ли? Соль. Нет соли. Только сахар? Да, только сахар. Соли. А в Макдональдсе? Так, теперь я буду пробовать. Это ресторан быстрого питания. А там можно, да? Там решаем. Не принято солить, да? Напиши вкус. Соня, да, я дома такое делаю. Кунец, мазик. Давай, не рассказывай. Это дорого. Наверное. Туна, походу, дело обыкновенную консерву. Ну, для разнообразия пойдет. На обед пойдем. Покатимся. Здесь. Замороженный. Чикачу. Нет. Чикачу. Саня, только, короче, раз этого. Так, ну-ка. Разогнался. Опять. Так, гриль креветки и гриль осьминог. Помоги почистить девочку. Я очень сильно занят. Сказал ты, конечно. Сказал, как отрежу. Никит, что будешь, креветки или типа, тяжело делать. Если он не я тебе говорю, это был у тебя сэндвич. Да, я заказал, получается, один сэндвич. Подожди, сейчас еще принесут салат. Подожди. Хорошо, салат, надеюсь, будет посыпан золотом. Типа, хотя бы. Золотые купола, не хочешь? Вот я хочу себе золотые купола. Золотые купола, розы мои. Алена! Остренький октопус. Никита, будешь октопус отрежешь тебе? Да. А что это? А, ой, тут отрезано. Да. Пока мне новую вилку, я тебе дам свою. Я не решила на них водичку. Водичка жить? Да. Это осьминог? Да. Попробуй, Влад, вкусно. Ты же говори креветку. Я забыл, как она называется. Умпа-лумпа. Ну так я смотрю, заходит, да? Пойдет. Ну, как бы. Ну, мало. Пришло время чесночной рыбы. Сань, салфеточку можно? Зачем? Ну, я пока чистил. Может, не брался. А я вся не брался. Спасибо большое. О, рыба вкусная. Саша не разрешает не чистить, короче, то есть не есть. Мужчина. Саня, фу, блин. Мам, тут ты где руки помыть? Вот когда заходишь, там рукомойник. Сразу? Ну ты увидишь, пройдешь 2 метра. Мам, а можно было? 2 метра. Мам, можно я полными ногами? Огурец. Мам,
много у меня камешек, я пойму. Я тоже руки сюда помою. Смотрите, что? Это рыба, лобстер, кальмары, креветки. А, два лобстера. А где креветки? Может, пополам разрезаны? А, может быть. Давай. Соня, подожди. Макароны? Давай, только не торопись. Все, все предели. Ну и что? Да что, очень невозможно. Ну-ну. Я верю, точно невозможно и возможно. Нормально. Быстренько. Что? Что? Смотри. Вот это креветка, ничего себе. Я хочу. Хочу? Сейчас тебе почистить ее. Это очень большая креветка. О, слушай, тут икра. Креветки? Ну не креветка, это же... Я шучу. Это лобстер. Вон картошка в ребусах. Что, совсем как креветка? Ну, похоже, да? Только чистить тяжелее. Нет. Нет? Нет. А там... Только хвости, это мышца и все. Вот это вот вкусно, Саш, ты должен это ням-ням. Попробуй. А, горячо тут? Да уже не горячо. Я горячо. Я шелуха не клюю, тогда шелуха первая работает. Ну классно, мягко. Да. Еще не вышло, еще рано времени, еще 25 минут. Кушай спокойно, только успеем. Я могу за 4 минуты. Может еще могу задать. Мягкий, да, что-то? Да, это мягкий, да. Рабой живота. Это что? Это что-то все очень вкусно. Думаешь? Это... Ну, смесь из овощей. Потом рис, потом вареница. Тут голодные, короче. Это рис? Да. Второй, да? Стой. Сейчас, пожалуйста. Никита положит и пойдем. Подожди. Может, не помочь ей, дочь? Так, это карри какой-то, карри, что-то? Карри. Какой-то горох, да, что-то, что-то дал. Это рыба. Это курица. Мне нужно ложку. Да, можешь. Давай. Одну ложечку. Спасибо. Тань, давайте сюда. Я так и сама положила. Не благодарить. Тань, давай ножки положу, пока есть. Так, это какой-то... Это курица. Ой, курица и рыба. Да, положи. Это какой-то, да, горох. Ну, типа там что-то... Ну да, так понял. Какое-то там мясо. Тань, еще надо? Мясо нет. Тань, еще надо? Давай. Это какая-то острая штука. Острая, да? Блин, кстати, острая.
Я хочу острое. А, ну сходи. А перец я положила твой в холодильник. Какой? А он уже начал потек в мой. Все хорошо. Вы хотите попробовать острое? Нет. А Кирилл? Пленные голодные мавританцы пошли, короче, кушать пиццу. Умирают. Нужна пицца. Просто сил нет. Эй, голодные папуасы, которые не могут без поесть. Люди. Пальцы мешают. А пицца-то зайдет? Нет, Сань, пицца-то зайдет? А крем синий ты зачем съел? А, пиши вкус, пожалуйста. Не ел я. Это не я! Я его, я им только все, закусил! Не про себя! Саня! Куда, мама! А если он крем дел? Его положил? Не делал я никуда! Кстати, да! Саня, пиши вкус! А если он в мусорку положил? Поел, а упаковку в мусорку положил! Вон кокосы ваши по $4 висят, да, кстати, которые... по $4 можно неплохо навариться! Ай! Тут их, короче, раз, два, три, четыре. Ну, нормально. А, кого? На, Соня, держи. Кого? Никита, пошли, Никита. Что, Никита, постой. Чего, дайте мне что-то. Что надо? И что? Вот это? Да? Вот это вот. Пятнашка? Да. Ты что, гонит, что ли? 15 евро. Это сколько сантиметров? Проходи. Я ее двумя руками нести буду, если она сколько стоит. Такая тяжелая. 15 евро. Вам не стыдно? Ты готов увидеть? Не, не хочу. Нет, ну ты... ладно, давай. Да, давай так, тихаря. $15 выглядит вот так. Это сколько сантиметров тут? У меня больше. Это вау. Папуасы. Это самые критические $15. На фотографиях обычно всегда покажи. Все покажи! Не надо, детям такое нельзя смотреть еще. Ну что, давайте вкус описывайте. Ну, божественный там какой. Открывай! Я есть хочу! Что, ну что ты кричишь? Ну, все. Влад, ты вообще не хотела есть. Зачем я тебе хочу. А ты сказал, где не будет. Я хочу, я хочу. Давай. Пошутила. Так, ты куда зашла своими ногами? Короче, пицца из знаменитого итальянского ресторана. Сиди, я дам тебе сейчас. Уже все в песке. Я принесу. Острова Кулхас. Пожалуйста. Саня, колбасу мне заверните. Саня. Сань. А крем ты куда дел? Саня, опиши вкус. Крема и пиццы тоже крем. Да, говорят, что в Додо не очень пицца, но вот это не очень прям совсем. В смысле? Додо нормальная пицца? Саня, Сань. Вот это не очень пицца. Просто кусок теста, наплюханный туда кетчуп, вообще чуть-чуть такой, знаешь, который остался на дне этой банки. Чуть-чуть сыра бацнули, что там осталось тоже. Да ладно, давай. Да ладно? Ты сначала укусил бы, короче, да, а потом комментировал. Чавкаешь, что нормально. Пытаюсь вкус найти. Вчерашний день лучше. Ну и что, как? Влада, все, что ли? Угу. Мне не понравилось. Почему? Да, а что у тебя грудь наружу? Да, Влада, прячь, ты что, с ума сошла?
Цыпски видно. Саша, вот тут не будет. Саша, попробуй, давай. Да ну нафиг, я что-то даже не хочу. А что, реально там песок? А да. Тогда же вкуснее. Да потому что Соня села своей жопой там дернула жестко и песок попал. Нифига себе. Это Соня кофта шиворот на выворот. Вот такая. Ой, пицца. Да. Знаменитая пицца пепперони острова Ухолкас. Ухолкас. Не знаю, Саня заходит. Короче, что хотите, говорите. Саня нормально вообще. Тигр. Саня, ты тигр. Давай еще. Крем беспонтовый синий. Пиццу буду есть. Сань, а куда крем дел? Не скажу, говорит. Не скажу. Саня, лови. А, встретить, всем встретить. Пойдем. Пойдем. Я тоже ничего не понимаю, о чем говорил. У него, я не помню, он быстро или как-то не понимаю. Голодный. Пошите тогда обратно, что? Куда мы сейчас пойдем? Нарядные такие. Ну давай испачкаемся, что? А он сейчас орать будет. О чем орать будет? Он? Ты его пробуй через неделю в этаж. Сань, сейчас оторвешь что-нибудь. Саня, вот. Мы просто на подушку дом. А так, подожди, что? Пошли. Куда? Ну, а куда? На вновь. Дубль два, да, Сань? Дубль два! Господа! Пошли, посмотрим на дело. На голодных, Сань. Ой, Никит, пойдем. Все? Может, еще подождем? Нет. Пошли кушать. Я окей. Ты любишь такую курицу? Знаешь. Терияки. Я люблю. Ты решил вас? Ну, интересно. Ложи, да, курицу дочь? Нет. Нет? Нет. Ставь. Да. Попробуй. Я папа, отдай мне деньги. Вот я. Брокколи, суп. Так. Этому положим еще. Картошка, раста, альфредо. Так. Это макароны. Картошку. Специальный шоу рис. С яйцом. Куриные посадали. Это быстрее фарш. Это острое, вы знаете? Вы знаете, да, мне кажется, это острое обычно. Бифо, знаете.
А чуть-чуть? Да. На кончике? Нет. Огурчик будешь? Вкусно курица? Еще нужно? Да. За вкусным? Еще нужно? Еще взять? Ну, договоры закусай. А салат ты кусай. Короче, это острый перец. Похож на Каролина Пеппер. Каролинский жнец. Ну, посмотрим. Ладно, я сейчас этот отключу. И посмотрим чуть попозже. Когда она будет плакать. Нет, не обе семечек просто, чуть-чуть. Ну, все равно остро? Да. Да. Ну, не как вчера. Жалко. Да, я вчера плакала. Попытка номер два. Да, вот сейчас... Да, можно взять очки заранее. Я, наверное, привык. Началось. А теперь а вода не поможет. Мне кажется, слезы на глаза. Вода не поможет вообще никак. А чем? Слушай, ну вода не помогает. Вода кажется, что помогает, пока ты ее вовремя. Вы не попробовали это? Не попробовал? Острый, да? Слезы выворачиваются. Прямо мне на день рождения. Нафиг я это сделала, я же вчера ела. Я не знаю, зачем ты это сделала. Пап, ты присыпешь? Папа, присыпь, я пойду еще закрою. Подожди, присыпь. Все? Как дела, Дань? Да. Истерика. Мама, мама уже все. Я, короче, когда его попробовал, я сразу начал попробовать еще горячий суп. Это вообще забей. Типа. Я не буду АГС. Подожди. Мам, на еще. Спасибо. Я своим воды не дам. Саня, немножко вообще не понимаю, что происходит. Это твоя вода. Все, это как? Почему нет? Это моя вода. Мам, мама, все. Рыб болит. Что? Не рыб? Все, водичку. Вот такой перчик. Нет. Даже в ушах болит. Да ладно. Нет, серьезно. Ну я мало попробовал, но типа, если больше, то реально будет болеть. Да, вот если выставить язык в стакан. То нормально? Оно работает. Но потом ты убираешь и опять болит. Но если дышишь. Больно. Да. Еще будешь? Нет. Сегодня нет. Мама. На курицу.
кушать. А тебе налить воды? Да, вот, в эти три стакана. Ой, я тебе вот. Смотри, смотри, это нечто. Это мой, ну ладно, хорошо. Уже отпускает. Уже отпускает. У меня уже таблеток не было, когда...